Встречайте, Йосуман Исмонзода. Приветствую вас, Йосуман. Здравствуйте. Давно ли вы занимаетесь математикой? Я занимаюсь 12 месяцев. Но мы говорим именно о такой сложной ментальной математике. А вообще, я думаю, что с первого класса все-таки изучаете. Там арифметика была, алгебра. Ну, математика, все да. Все это вы проходили. Угу. Ну что ж, сможет ли наша участница показать искусство ментальной арифметики в самых сложных обстоятельствах? Мы начинаем испытание для Йосуман Исмонзода. Я прошу участницу занять место в кресле. Итак, первое задание. Пример на сложение и вычитание 100 двузначных и трехзначных чисел. Внимание! В одном примере участвуют 100 чисел. Время на выполнение задания – 2 минуты. Разверните участницу, прошу вас. Йосуман, вы готовы? Да. Тогда покажите нам пример. Прошу. Вау! Вы уже готовы? Две да. минуты не прошли. 448 – ваш ответ, Йосуман. Вы уверены? Да. 448. Давайте проверим, правильный ли это ответ. Это правильный ответ. Как так, да? Это была только разминка. Разверните кресло, прошу вас. Задание номер два. Следующий пример будет написан не на экране. Мы напечатали его на 50 карточках, которые раздали зрителям в зале. Более того, цифры на каждой карточке напечатаны в зеркальном отражении. По моей команде зрители в зале будут по одному, один за другим, поднимать карточки. Задача участницы — решить пример, написанный таким непростым способом. Йосуман, прошу вас, пройдемте к трибуне. Я хочу обратить внимание телезрителей, что не строка написана зеркально, а число со знаком. Каждое число со знаком будет написано зеркально, перевернуто. Йосуман, вы готовы? Да. По моей команде прошу вас, поднимайте карточки. 3, 2, 1... Начали. Семьсот восемьдесят восемь.
Итак, Ясуман, ваш ответ 788. Вы уверены? Да. Ну, давайте проверим, правильный ли это ответ. Это правильный ответ. Ясуман, это потрясающе. Спасибо большое всем участникам этого премьера. Спасибо. Спасибо. Эти аплодисменты вам. Спасибо. Эти аплодисменты ваши. Спасибо вам большое.